году перед отъездом в Москву себе рисовал. На моем качестве лучше. Да. Видишь, у меня тревожность в глазах, страх. А ты как, ты зеркалом рисуешь? Ну я там с зеркалом так еще рисовал. А вот смотри, как много. Там, подожди, какой. Да, снимает. Смотри, как много автопортретов я рисовал. Везде грустно, везде, короче, прическа. Вот эта вот прическа, за нее меня избили в Москве. Это вообще самый тупой. Какой-то квадратный. Квадратный. Ну, я и есть квадратный. В принципе, это я раньше считал, что это плохо.